человек, который долгие годы проведет в мадридском Реале. В опорной зоне, ну или точнее в центре поля, 8-й Кросс и 19-й Лука Модрич. Группа атаки, 7-й Криштиану Роналду, 10-й Хамес Родригес, 11-й Гаррет Бейл и нападающий Карим Бензема, номер 9-й Карло Анчелотти, главный тренер. Его там довольно габаритные ребята собраны. Сидней и Диаките оба хорошо играют головой. В общем-то, поэтому Реал, наверное, низово пытается атаковать. Вот он, первый опасный момент в этом. В данной ситуации. Ну, а смотрим еще раз. Здесь, по крайней мере, положение вне игры выложил Карло Анчелотти. Потом это, конечно, победа в финале Лиги Чемпионов. Роналду! Удар по воротам. Теперь уже другой вектор. Не очень быстро мчат на чужую половину для того, чтобы вступить в отбор. Они все-таки пытаются занять те зоны, которые есть на своей половине. Удар Роналду и... Подача с фланга. Наконец-то великолепный пас получился у Альваро Арбелоа. И Роналду. Эс Родригес. Модрич. Бензема. Меч у него под левой. И удар по воротам. Действует надежно. Тони Кросс. Отличная передача на Карима Бензема. Еще бы успеть. Это удается нападающему сборной Франции. Хамес. Удар. Ох, какой удар и какой гол забивает. Ход матча. После этого отличный пас Тони Кросса на Бензема во фланг. Куда сместился нападающий. И дальний удар. Великолепный. Хуан Фран. Диакете, Алюк, что куда побежал? Зачем он туда побежал? И можно продолжать игру, надо забивать третий, 3-0. Люкс еще и должен желтую карточку получить за то, что сбил вот этой ситуации Карима Бензема. Ну, конечно, Люкс своей этой выходкой смутил центральных защитников, которые, ну, как мне кажется, все-таки успели бы опередить Бензема. Ну и потом, видите, Бензема был вынужден убирать мяч в сторону для того, чтобы обыграть Диакете. А это неплохо сыграл. Подключает к атаке Луизиньо. Подача, удар. Мяч попадает, возможно, в ворота Икера Касилеса. Давайте смотреть еще раз. Против Икера Касилеса. Разбегается футболист Депортиво. Удар и гол. 1-3. Забивают хозяева. Вратарь Фабрисио. Лопо, Мануэль Пабло, Канелья и Точе. Ну, если так пойдет и дальше, то, наверное, Точе надо ждать на поле. А пока точный удар был необходим. Был Икер Касилес. Здесь без каких-либо проблем. Еще раз напомню, что перед началом пас. Модрич сбрасывает мяч Марсело. Середина второго тайма. Марсело по штрафной. Удар! И 4-1. А вот три мяча отыграть за оставшееся время крайне сложно. Любой команде. Но Депортиво и так сегодня в целом не блещет. Там, по-моему, был Лауре. Бергантиньос. Иско. Ох, какая передача! Ну просто красота! 5-1! Мне кажется, Гаррет Бейл уступает самому себе образца большинства матчей мадридского Реала. Ну вот это исполнительское мастерство. Когда он на хор 15, думаю, не больше. Для того, чтобы посмотреть, как Реал одержит победу на стадионе Риасор с тем счетом, с которым он обычно обыгрывает Депортиво на Сантьяго Бернабео. Ну-ка, 6-й, Роналду, удар, гол! Есть первый хэт-трик в нынешнем розыгрыше премьеры. Ассистировал Роналду Хамес Родригес. Между прочим, именно он позволил этому хэт-трику состояться, потому что сейчас очень любопытный момент. Пошли в штрафную центральные защитники Депортиво, а до передачи дело дошло только сейчас! Хороший! И посмотрите, какой хороший! Ну и опять, Рамос и Варан считают, вон мяча ни разу не коснулся. Вот сейчас, если Иско сделает ему передачу и не будет положения вне игры, у Чичарито будет даже шанс пробить. Ух ты! Чичарито! Добро пожаловать! Смотрим еще раз. Правый подработал, с левой нате. С линии штрафной. Ну, великолепно. И последняя атака в этом матче. Чичарито, ну-ка еще раз пробить. Удар, рикошет и гол, смотрите! 2 победа мадридского Реала. У Депортиво отличались Точе и Медуньяин.